Мусорные подснежники. Депутаты Чебоксарского городского собрания проверяют чистоту улиц города. На этот раз они отправились в юго-западный район столицы, посмотрели, что творится на улицах Гражданской и Фруктовой. Выводы неутешительные. После зимы город нужно срочно приводить в порядок. Но отдельные места, конечно же, это превращены в гадюшник, устроены такими злачными местами, где можно назвать попойками. Их надо ликвидировать. Очень много претензий к тем домам, которые попали в программу «Ветхоаварийное жилье». Они разобраны, но погреба, часть отдельных строительных материалов и часть мусора оставили, значит, на территории разобранных домов. К уборке Чебоксар уже привлечены предприятия ЖКХ, но нужна будет и помощь горожан. В ближайшее время их пригласят на субботники.